Это, кстати, мое любимое предложение. Знаешь, почему, Катюш? Нет, потому не что знаю, я помню раньше, расскажи. Когда я была маленькая, чтобы сменить... Помните, раньше были очень модные фотообои. И вот мы их вешали, клеили, точнее, фотообои, наклеили. И вот ты уже в красивом, либо в каком-нибудь лесу, либо в интерьере. Но потом, через несколько лет, он тебе надоедает, этот интерьер. И фотообои так просто не сменишь. А сейчас технологии дошли до того, что этот 3D-дизайн переместился на шторы, правда? Правда, Людочка, великолепные шторы, розы, мои любимые розы. Розы для меня это самый любимый цветок. Я смотрю на розу и я наслаждаюсь. Мне кажется, я готова любоваться розами круглые сутки, когда они есть в нашем интерьере. Ну просто миллион алых роз в вашем интерьере. Миллион алых роз за 3399 рублей. Давай расскажем о том, что наши шторы, они прекрасно впишутся в каждый интерьер, в каждый дом. Ведь роза – это королева цветов, она добавляет роскошь, она добавляет богатство, бесспорно. Она раздвигает грани в вашем доме, и вы просто окунаетесь в этот сад цветочный, розовый сад. Кстати, Катюш, мне кажется, или вот ты мне сейчас можешь поправить, мне кажется, что такие фотошторы вообще увеличивают объем пространства. Конечно. За счет своего объема. Конечно, они увеличивают пространство, это бесспорно, ведь картинка очень объемная. И вот посмотрите, насколько ярко все выделено, прорисована каждая грань, поэтому ваш интерьер однозначно станет больше, станет более полным, станет обжитым и добавит прекрасный акцент. А мне кажется, это еще и отличный подарок. Мужчины, если вы давно не дарили своей даме цветы, ну тогда можно за все праздники отчитаться и рассчитаться. Закажите ей просто комплект фотоштор, и тогда ее будут окружать розы круглый год. Представляете? Кстати, я говорила, чем же дополнить наши шторы. А вот и дополнение к нашим шторам. У нас есть фотокартины, которые идеально подойдут к этим фотошторам. А как их разместить в вашем интерьере, мы вам покажем чуть позже. Сначала поговорим немножко про шторы. Скажи, пожалуйста, Катюш, вот эти шторы, как долго будут служить? Вот я помню, раньше, да, фотообои служат и служат, пока их не уберешь. А что с фотошторами? Людочка, фотошторы будут служить вам верой и правдой долгие-долгие годы. Они прослужат вам не меньше 15 лет. Ведь это габардин. Уникально прочный материал. Очень хорошо, хочу сказать, что рассеивает свет, поэтому у вас будет очень комфортно в помещении. Также они великолепно пропускают воздух, а это значит, в вашем помещении будет всегда свежий и чистый воздух. 15 лет, ты сказала? 15 лет. Я, как всегда, любитель математики. Я, пока Катя говорила, я посчитала. Итак, мы делим цену 3399 рублей на 15 лет. То есть в год у нас получается чуть больше 200 рублей, а в месяц за красивый интерьер, за круглогодичный букет роз у нас получается 18 рублей в месяц. Вы представляете? У вас всегда в интерьере розы, цветущие розы за 18 рублей в месяц. Ну, это просто подарок. Заказывайте вместе с картинами. Вот вы видите, за нашей спиной висят картины. Они тоже вы можете сделать заказ. И тогда у вас будет бесплатная доставка. Да, Людочка, за такую цену можно приобрести только один букет роз, который будет радовать вас не более чем одну неделю. А этот комплект... Штор будет радовать вас 15 лет, 15 лет счастья, 15 лет миллион алых роз, Катюш, будет радовать вас. Катюш, подожди, 15 лет они нас будут радовать, их что, стирать нельзя, что ли, если так долго они будут нас радовать? Людочка, конечно, их можно стирать, стирайте абсолютно без проблем, на деликатном режиме, в домашних условиях, ничего с вашими шторами не случится. Так, интересно. Кстати, вот, я думаю, что многие задаются вопросом, как покупать шторы дистанционно? Ну, я даже тоже Давайте не знаю. Давайте мы покажем иногда... шторы, да, в интерьере, давайте, посмотрим, как, да, это будет как выглядеть. Да. Сейчас мы это все увидим. Ну что ж, вот, а вот они, кстати, у нас представлены вместе с картиной. Картина также называется «Альмонд». И это не одна картина, а три картины. Посмотрите, как шторы смотрятся в интерьере. Людочка, великолепно шторы смотрятся в интерьере. Мне очень нравится, как они раздвигают пространство в комнате. Это ведь не только яркий акцент, которому позавидует любая ваша подруга. Они подчеркивают ваш вкус, конечно же, к выбору такой красоты.
Ох, а я, кстати, представила, приходит ко мне подружка, у меня висят такие шторы, но точно обзавидуются. Однозначно обзавидуются, конечно, ведь это все-таки, как ни крути, роза, королева цветов, королевский шик в вашем доме. Скажи, пожалуйста, Катюш, вот они пришли к нам, а как вешать будем, как их можно повесить? Людочка, повешать можно как на шторную ленту, пожалуйста, сейчас я вам покажу, у нас в комплекте шторная лента, а также просто обычные... Кольца? То есть два варианта. Кольца, два варианта, да, как вы можете повешать ваши шторы, поэтому эти шторы в каждый дом. Представляете, вы просто делаете, заказываете, получаете на почте, кстати, там же и оплачиваете, и вешаете в вашем интерьере с двумя вариантами, то есть вам даже не придется менять ваши гардины. Не придется менять гардины, ты представляешь, просто за буквально 20 минут и ваш интерьер преобразится. Ваша комната изменится кардинально, у вас будет такой прекрасный акцент в интерьере. Такая роскошь. Роскошь в вашем интерьере за 3399 рублей. Скидка сегодня 1000 рублей. Остается все меньше и меньше комплектов фотоштор. Успейте заказать ваши фотошторы. Расскажи еще раз про материал. Материал замечательный, очень прочный, прослужит, как я говорила вам, 15 лет, не меньше. Вы можете стирать его дома на обычном деликатном режиме, но что еще очень важно, шторы прекрасно рассеивают свет, а также пропускают воздух, а это значит, в вашем доме будет всегда свежо и чисто. Катюш, скажи, пожалуйста, а если эти шторы мы на ночь зашторим и хотим, чтобы эта картинка оставалась и ночью красивой, будут ли они пропускать воздух? Конечно, они пропускают воздух, как я и говорила, прекрасно пропускают воздух, поэтому во время сна вы будете дышать свежестью. Пожалуйста, открывайте ваши окна. Ваш модный новый интерьер. Миллион алых роз в вашем интерьере.